Победный поезд. Сегодня на железнодорожном вокзале Уральска встречали победители сразу двух соревнований. Из Караганды золотыми медалями вернулись участники чемпионата по лыжному туристическому многоборью, а из Павлодара – волейболисты. Подробнее об этом расскажет Роман Капняев. Туризм в Западно-Казахстанской области развит очень хорошо. Наши команды всегда удачно выступают на соревнованиях. На чемпионат в Караганду отправилась команда Акжаикского района, которая не подкачала. Ребята привезли кубок и золотые медали. Дистанция состоялась из трех этапов. Это личный, командный, технический, общекомандный. Если по личным составам, что у нас Тажманов Бутагуз в личном составе первое место заняла, Тучип Ильяс второе, Мурат Ернур третье. А по техническому общекомандному заняли третье и общекомандный по спасению. Работе у нас заняла общая команда первая. Общая сложность наша команда заняла первая. На этом же поезде из Астаны с победы вернулась и другая команда – спортсменов-волейболистов с ограниченными возможностями. Они первенствовали в соревнованиях, где участвовали 8 команд. Победа досталась сильнейшим. Были две подгруппы. Первую подгруппу мы выиграли. Это со счетом 15-7. А вторая подгруппа – Павлодар первое место занял. И мы встретились к лицу к лицу, и мы одержали победу над Павлодаром. Хочется пожелать нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом и продолжать в том же духе. Роман Капняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.